Вот у нас на Рязанском висит такое объявление на доме, что просим голосовать за замену лифта и ремонт ушах на средства фонда капитального ремонта. От вашего решения о замене ремонта деньги из фонда выделены, не будут работы производиться, не будут лифты по окончании срока эксплуатации, будут остановлены. Слушайте, ну какая чушь, а? Слушай, мне вообще в голове не укладывается. Вроде как скоро должны голосовать за Собянина, если он такую информацию, которую они обязаны менять лифты, шахты, если срок годности. Если вы не проголосуете, это что-то вообще данные наши, что ли, собирают? Объясните мне, почему такая ерунда?